Казахстана. Победой бразильского шахматиста завершился в южной столице второй этап Кубка Казахстана. В рамках международных соревнований Алматы Open прошли еще несколько турниров, в которых участвовали павлодарцы. Гроссмейстерский турнир – главное его преимущество – солидный призовой фонд и норма международных разрядов. Играли 16 шахматистов. Рейтинг-фаворит россиянин Павел Смирнов. Однако гость из Бразилии удержал позицию лидера до самого финиша. Наш Махнев завершил выступление в группе сильнейших. Многие прибавили или остались при своих, что тоже на самом деле говорит об уровне игры. Ведь удержаться на должном уровне в сильном плотном составе – это всегда очень-очень непросто. Лучший результат показал у нас Махнев Денис, он 5-е место занял. Также мы молодых наших шахматистов, Малыгин Владислав участвовал, прибавил хорошо к рейтингу. Впереди Махнева два иностранных шахматиста – казахстанцы Рахимжан и Костенко, с которыми павлодарец разделил с 3 по 5 места. До последней партии в группе лидеров в турнире «Б» шла Иркижан Адильбекова. Она до 20 у нас сильнейшая была раньше, сейчас она немножечко подросла, перешла во взрослые шахматы, и это видно. У нее выравнивается игра ко взрослым шахматам, и сейчас ей, конечно, тоже нелегко, поэтому она тоже выступила не очень удачно. Она должна была быть в тройке, и в последнем туре она проигрывает в лучшей позиции, увы, так бывает. В южной столице регион представили 7 шахматистов. Выступили достойно. Для Тамерлана Бектурова и Константина Казакова Алматы Open стал отличной подготовкой перед командным чемпионатом страны. Капитаном сборной заявлен Денис Махнев.